Я исписался до жути. Ну, за три года, за 3.5, что я написал там, сколько мы, 3 альбома выпустили, плюс еще всякие синглы. Ну, короче, очень много всего написал. И я понял, что я уже не могу писать то, что, ну, что я хочу. И музыка меняется, время идет, а то, что вот уже поменялось, я пока еще не воткнулся в это. Mm-hmm. У меня бывает немножко запоздалая такая реакция на все происходящее. Я обратился к нему, Юж Меч, мне бы очень хотелось... Ну, там, чтобы вы мне там купили песни вот у этого автора, у этого. Мне очень нравился Макс Фадеев всегда. Мне очень нравился Есенин Паша. И я говорю, можно вот... Я бы хотел, чтобы вот эти авторы для меня что-то написали. Но он мне отказал, сказав, что ты что, это очень дорого, да как? Я говорю, ну, столько денег, говорю, зарабатывайте, да мне. Что, говорю, вам дорого, говорю, купить песни у кого-то? И он сказал мне в этом. Ну, полгода думал на тему того, чтобы мы расстались. И в итоге мы разбежались.